Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Ушла из жизни Ирина Кёбадзе, супруга советского и грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Она умерла вечером 11 октября. Ирина Кёбадзе была прямой балериной Тбилисского академического оперного театра, заслуженная артистка Грузии. С Вахтангом Кикабидзе женщина познакомилась в Будапеште. В тот день в США убили Джона Кеннеди, из-за чего в столице Венгрии начались беспорядки. Кикабидзе рассказывал, что увидел испуганную девушку посреди толпы и сразу же понял, что хочет стать ее защитником. С тех пор они не расставались. Кёбадзе и Кикабидзе поженились в 1965 году и прожили вместе более 50 лет. У Ирины Григорьевны была дочь от предыдущих отношений, которую Кикабидзе принял как родную. Вскоре на свет появился и сын пары Константин. Кёбадзе была рядом, когда муж делал блестящую карьеру и всегда поддерживала его. «Ушел мой прекрасный, самый теплый и преданный человек. Мама, я тебя люблю», — написала дочь Кёбадзе Марина Сагарадзе в социальных сетях. Сейчас 83-летний Кикабидзе находится в подавленном состоянии, поэтому не может общаться с журналистами. Комментарий по поводу произошедшего согласился дать его директор Олег Толмачев. Она умерла сегодня. Долгое время Ирина Григорьевна болела. Диагноз Кёбадзе не называется, но Олег Толмачев отметил, что речь идет не о коронавирусе. О дате и месте похорон информация появится позднее. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.